Председатель Верховного Совета Хакасии выступил с необычной инициативой. Владимир Штыгашев призвал представителей науки поступать на госслужбу. Ученых заинтересуют рублем. Согласно проекту закона, кандидату наук полагается 10% надбавка от оклада. Доктору наук уже 20%. За почетное звание России или республики 15%. Данное решение спикер парламента обосновал тем, что решение позволит привлечь к работе в государственные органы власти высококвалифицированных специалистов. Инициатива будет рассмотрена на ближайшей сессии Рекпарламента.